아주 건드렸다고 봤어. Идем встречать чемпиона за рукава. Gel yürümeye de gitti bazı. Yürüyün ya ki yürüyün. Да, тут жарко. Вот он микрофон. Ох, ну пора. А, ладно. Ради интервью. Ладно, что теперь? Для интервью что не сделаете? Все. В первую очередь мы вас поздравляем, потому что весь мир был нацелен на вас в тот день. Уходить с Конором, конечно, не достижение, но с Конором на один октагон. И мы знаем, какое нереально было событие для Узбекистана, для ММА в целом. И расскажите, пожалуйста, он вас поздравил после вашей победы, вышел? У него, думаю, другие были проблемы. Он лечил свою ногу. Мне многие задают вопрос, каково драться с Конором на одной карте или еще что-то. Я иду в октагон, мне без разницы, кто против меня, кто на главной карте. Мне без разницы, я иду за победой, потому что это для нас история, и я хочу сотворить историю. Мы и так уже сотворили. Это только первые шаги наши. А то, что с кем драться... В одной карте, в главном бою, в первом бою, без разницы, мы идем просто за победой. Я иду показать над тем, что я работал на протяжении всего времени, и мне без разницы. И вы сказали, что если Дана даст вам бой, что вы выйдете прямо на этой неделе. Сейчас вы серьезно? Рука вроде бы без проблем, травмы нет, сняли рентген, жив-здоров, и если мне предложат бой, я 30 дней не имею права выходить в ринг. Потому что был трехраундный бой, и пару ударов там пропустил, и мне дали, с ногой были проблемы. До сих пор проблемы, и сказали 30 дней отпуска, что после 30 дней я смогу выступить. А нам интересно, что сказал Флойд Майвезер? Флойд Майвезер поздравил и сказал, что молодец, когда прилечу в Америку. Угу, он нас встретит там. Ну, я надеюсь. Чапан он и... Не, чапан я ему отвезу. А, все, будем ждать. Америка, как я буду, Я никогда в жизни не иду в ринг, в октагон выиграть там нокаутом или еще что-то. Просто Бураман Ютышичу. Все. А там уже просто получается дело случая. Кого дадут, с тем будем драться. Я и на пресс-конференции UFC и так говорил, мне без разницы. Я не выбираю соперника. Это спорт, каждый проигрывает. Но я думаю, то, что когда вот у вас есть все то, что он имеет, нет у вас мотивации. И мне кажется, вы затмили в тот день Конора Макгрегора. Нет, не затмил. Парье я очень люблю, уважаю. Так, сначала затмил, да. Затмил, Я очень уважаю Парье, и он в отеле так себя хорошо вел, два раза не встретились. Я рад, что он победил. Ага. А вы с Парье разговаривали? Да, я с ним ехал в одном лифте, общались, очень классно Парье. А что вам Конору невозможно было подойти, потому что там рядом с ним 20-30 человек, постоянно я как бы даже не старался к ним подойти. Ага, ну вы знаете, мы знаем, что вы готовились очень тщательно и в Америке, и у себя в Польше. А Конор, ну, слабоват в этот раз. Я говорю, это спорт. Парье просто, у него была хорошая тактика отбить ногу. Так же, как и у меня, я тоже 5-6 раз попал хорошо. Тем самым я уже остановил соперника, и потом дело.
во втором раунде закончил карьеру. Ага. И немножко заезженная тема. Но у нас все-таки есть претензии к Дана Уайту. Почему он до сих пор не подписался? Это мелочи. Это просто эмоции. Но я главное поблагодарил Дана Уайта, то, что в данный момент тяжелое время для всех нас. Нам не сократили ни зарплаты, ничего. И все так, как оно было, все так же и работает и продолжает работать. За это я поблагодарил всю команду UFC и Дана Уайта. И сейчас у вас есть возможность здесь обратиться к зрителям, которые вас поддерживали. Серьезно, вот на этот бой я получал очень много сообщений, очень много отмечали. За это большое вам спасибо всем вам, нашим соотечественникам, кто болел, кто молился, я это чувствовал. И после боя у меня Инстаграм первый раз в жизни заблокировался, я не мог открыть сообщение, ничего, да. Вот почему мне нет. Я не знаю. Я почему-то открывал сообщения, они у меня открываются. Открывал просто 24 часа, как прошло, потом уже более-менее начал работать. И 5 часов просто открывал, чтобы у меня там единички не было. И за это хотел вас всех поблагодарить. Это вот мне говорят, вот вы победили, ты победил. Это не я победил, это мы победили, потому что на моих плечах я всегда, когда выхожу, у нас на мне узбекский флаг. И я очень рад, что я могу что-то сделать для Узбекистана и быть полезным нашей стране. Я думаю, это только начало. Главное мотивировать нашу молодежь, подрастающую молодежь, чтобы они чему-то стремились и также на мировых аренах поднимали флаг. Вас поздравляю еще раз. Спасибо. Есть еще раз. Конечно. Смотрите, мы знаем, что вы я бы хотела узнать, вы сказали, что у вас есть окружающие планы, очень великие планы для того, чтобы развитие. У нас в Узбекистане есть возможности поддерживать наш уважаемый президент, ассоциация. Просто надо пользоваться этим и открыть. Вот мы хотим ассоциацию в Узбекистане абсолютно бесплатную во всех регионах Узбекистана. Сейчас, в данный момент, я работаю над проектом в моем городе, но это чуть от этого сбоку, но я думаю, на следующий год мы уже будем строить нашу ассоциацию, и которая будет абсолютно бесплатна для наших детей и для всех. Так, ну, как вы думаете, весовом категории будет ли изменение? Три боя. Ну, каждого свое мнение. У каждого свое мнение. Я себя хорошо чувствую в этом весе. И я буду продолжать драться в этом весовом категории. Все, Рахман Мамагет. Че, братан, ты такие вещи не говори? Вот, внутри, так? Если за один человек, там уже пойдет. Где этот чемодан? Вон там, там. Нормально. Эй, спасибо, братан. Позже уже болел, да? Паспорт на курсе. Чаще, салам алейкум. Что это, брат? Незаметный. Чего вы внутри не зашли? Только этой участи, да? Пока возьми, выйди на машине. Мы увидимся. Давай. 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 Он меня точно не просил. Чего ты, брат? Да. Бала, вечером сегодня, 16 лет, мне надо на федерацию, там жду вопрос. Смотрите, я просто скажу, да. Ты со всеми сходишь? Или с одним двумя, некрасиво, да? 16.00. Мы в эфире сделаем встречу. Брат, я дам сфотку, просто сейчас здесь 2 часа будет, брат, я 12 часов летел, брат. Я извиняюсь, да, пацаны. Ахмад, Ахмад.
Я, извиняюсь, просто мне еще федерацию надо играть. Да? 16:00.